OMTV.ua Пром найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Хочу отдельно сказать, мы никоим образом не сеем панику, не предаемся унынию, уныние – грех, победа будет за нами, в этом никто не сомневается. Но надо сохранять трезвомыслие и адекватность. Ситуация максимально серьезная. Такой серьезной, наверное, не было никогда. Это война, и мы воюем не с Украиной, мы воюем с НАТО. Все серьезно. Друзья мои, мы не воюем ни с какой Украиной. Нет Украины уже год с лишним как. Мы воюем со всем НАТО и немножко больше, с 50 странами и немножко больше. Потому что мы же понимаем, что речь не об Украине. Мы уже воюем с НАТО. Российская Федерация воюет не с Украиной, не с украинским полунацистским или нацистским режимом. Наша страна воюет с 3 600 000 представителей армии НАТО. Эта война идет не с Украиной, а с НАТО. Это война с сатанистами. Это совсем другие подходы. Да никто не готовился к такой войне. Никто не рассчитывал на такую большую войну, мировую. Никто не исходил из того, что все 50 стран впишутся за Украину. И армия у нас небольшая, не рассчитанная на такие грандиозные войны. Другой вопрос. Знали ли мы, что мы будем воевать со всем НАТО? Я не знаю, знали ли мы. Я думаю, что это вопрос никому из стоящих в этом студии. То есть ясно, что сейчас мы де-факто начинаем воевать со странами НАТО. Мы сейчас будем перемалывать и военную машину НАТО, и, извините, так получится, граждан тех стран, которые являются гражданами стран НАТО. Финляндия после Второй мировой войны придерживалась политики нейтралитета, сохраняя его и после распада СССР и ликвидации организации Варшавского договора. От нейтралитета большинство политических сил страны решило отказаться после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, посчитав, что только членство в НАТО может стать достаточной гарантией безопасности, граничащей с Россией страны. Напомним, до широкомасштабного вторжения протяженность границ России со странами НАТО измерялось 1215 километрами, а сейчас 2600 километров. Таким образом, граница увеличилась более чем в 2 раза. Путин снова всех переиграл. Все получилось с точностью да наоборот. Путин повторяет ошибки Сталина. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте. Президент отметил сходство между нападением России на Украину и Советского Союза на Финляндию в 1939 году. И тогда, и сейчас кремлевские тираны совершили серьезный просчет. Они полагали, что быстро поставят на колени соседнюю страну. Руководители авторитарной страны Сталин и Путин не признали существенного фактора. В свободной стране у людей есть воля и убеждение. Люди, работающие вместе, это огромная сила, заявил Ниинисте. Другим просчетом Кремля финский президент называет надежды России на ослабление симпатий Запада к Украине. Этого не произошло. Судьба украинцев переживается с глубоким сочувствием, подчеркнул президент Финляндии. Вот. И исторически мне кажется, что, в общем-то, и Украина, и украинцы вернутся домой, в Россию, в Великоруссию, и, соответственно, и Малороссия, и Новороссия присоединятся к нам вместе с Белоруссией. Вот такая программа. А дальше посмотрим. Оказывается, если верить россиянам, а как не верить этим честнейшим людям, то военную операцию в Украине они начали для того, чтобы впоследствии не иметь нерешенных территориальных конфликтов со страной НАТО. И это не циничное вранье, а такая же чистая правда, как денацификация и демилитаризация фашистов и наркоманов, засевших в Киеве. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. Ведь успели ударить за полчаса до неизбежного нападения.
закрыли грудью матушку Россию. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учении. А против Швеции и Финляндии в НАТО? Ну, какие возражения? Все ок, пусть себе идут. Что касается расширения, в том числе за счет новых членов Альянса, Финляндия, Швеция, у России, хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги, нет проблем с этими государствами. Нет. И поэтому в этом смысле непосредственной угрозы для нас расширение за счет этих стран для России не создается. Выборгу приготовиться, господа россияне. У вашей страны нет соседей, с которыми бы не было территориальных конфликтов. Если вы рядом, это уже конфликт. И вы не зря, если будет все продолжаться так и дальше, я вам хочу сказать, мы смеемся про миллион, который они поставят под ружье. Мы не смеемся вообще. Они его подставят. Они его поставят. 100%. Они в открытую плюют нам в лицо. Я очень хочу верить в то, что верховному главнокомандующему докладывают реальное положение вещей, которое происходит, а не то, как это было до начала операции. Я не собираюсь сейчас деликатничать. Жизнь всех нас на кону стоит. Понимаете? У нас один вариант есть – победить. То, что происходит сейчас, я не вижу, как мы собираемся это сделать. Украина не может выиграть у России войну. Не может. Их первая цель, конечно, не была логичной. Они считали, что смогут просто так въехать в Киев, обезглавить правительство и захватить всю Украину. Такой подход был нелогичным. Это была, очевидно, плохо спланированная операция, основанная на совершенно неправильной оценке украинского народа, военных, правительства, а также территории боевых действий. Теперь для того, чтобы оправдать свои действия, им приходится разрабатывать новые цели. Тем не менее, я считаю, что долгосрочная цель остается неизменной. Разрушить Украину, уничтожить саму возможность, саму идею Украины как государства. Именно поэтому они депортировали сотни тысяч людей. Именно поэтому они разрушают города. Именно поэтому они делают все, чтобы уничтожить экономику Украины. Я думаю, что это ясно большинству украинцев. Тактика, которую используют россияне, потому что они не могут маневрировать и нанести поражение украинским войскам, они действуют в средневековом стиле, обстреливая артиллерией маленькие и большие города. И они будут продолжать это, убивая тысячи украинцев. Поэтому так важно, чтобы США были дальше с Украиной до победы. И важно не соглашаться на прекращение огня или какое-то половинчатое решение, когда столь большая часть Украины, особенно побережье, под контролем России. Когда началась эта война, вот эта фаза, и Путин сказал «специальная операция», первая мысль, которая у меня была, он передразнивает вас, ваши вооруженные силы. Специальная операция «Буря в пустыне», специальную операцию «Desert Fox», «Пустынный лист». Он пародирует операции Соединенных Штатов. У вас есть такое ощущение? Это очень хороший вопрос. Мы тоже совершали ошибки, и если вы не даете ясного юридического обоснования вашей стратегической цели, если нет полной поддержки Конгресса американского народа, это приводит к тому, что потом надо искать объяснение этим действиям, которые не имеют четкой стратегии завершения. Исключением, я считаю, была операция «Буря в пустыне». Президент Буш четко сказал, зачем она, и когда цель была достигнута, они остановились. Был мандат ООН на операции и тому подобное. Это было важно. Такая же ситуация была в 1995 году с силами в Боснии. У нас был четкий мандат ООН, четкое задание НАТО. Мы обеспечивали выполнение мирного соглашения.
Поэтому применение силы было уместно. Но нашей ошибкой было то, что в Афганистане и Ираке мы делали то, что вы сказали. И со стороны президента не было ясного задания. Юридические основания не всегда были понятными. И посмотрите, чем эти миссии закончились. Что касается России, не знаю, намеренно они пародируют то, как это делали США. Но дело вот в чем. Президент России не поступает честно со своим народом, не объясняет, что происходит, не объясняет цели. У него была басня такая о денацификации Украины, о защите славянских братьев, когда на самом деле настоящая цель – это уничтожить славянских братьев, своего южного соседа. Потому что он не хочет, чтобы славянские братья получили то, чего хотят украинцы. Независимость, возможность стремиться к своей мечте, ориентироваться на Запад, улучшать свою жизнь. Этого он хочет меньше всего у своих границ, богатой и свободной Украины, потому что это покажет россиянам, как плохо живется в самой России. Вот поэтому он и создал такой конструкт специальной военной операции. Очевидно, что за этим определением кроется что-то намного большее. У нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО. Ну, хочется им, пожалуйста. Все союзники согласны с важностью расширения НАТО. Мы все согласны, что должны держаться вместе. И что настал исторический момент, которым мы должны воспользоваться. Швеция и Финляндия десятилетиями придерживались политики нейтралитета. При этом обе страны располагают мощными и хорошо вооруженными армиями. Песков заявил о том, что, да и Путин, в принципе, вчера на заседании ОДКБ говорил о том, что Украина в НАТО это плохо, да, а Финляндия и Швеция нет. Якобы, нет потому проблем, что да. С этими странами, да, у нас нет территориальных споров. Вот с военной точки зрения объясните, ну же Крым, как это так? Это же суверенная российская территория была по версии Кремля. Так значит, все-таки это спорная территория или о чем идет речь? То есть они признают, что Крым это Украина получается? Да, практически вот этой фразой Путина он признал, что Крым – это Украина и что Россия претендует на наши территории. Вот. Кстати, мы могли бы вспомнить, и мы же не просто Крым отдали, там же был обмен территориями, и мы тоже могли, но мы не выставляем этих три. Мы признаем границы 91-го года. Поэтому, да, действительно, Россия признает… Ну, он себе противоречит в последних высказываниях. Вы абсолютно правы, что приближение НАТО через территорию Украины они считали огромной проблемой и угрозой безопасности. А то, что у них сейчас будет почти больше 1200 километров прямой границы с НАТО, несмотря на то, что Финляндия там не собирается, пока не собирается размещать военные базы НАТО на своей территории, но теперь это для них не... Сами удары, которые Россия систематически наносит и будет наносить после каждой такой атаки, на Западе считают не только незаконными, не только жестокими, бесчеловечными, но и весьма прагматичными. Якобы таким образом хитрый Путин хочет продавить зерновую сделку, то есть заставить вторую сторону соблюдать стамбульские договоренности.